мои хорошие. Мы уже в магазине де-факто. Рядом с нашим домом, рядом с нашим отелем. Идем из обувного. Обувь у меня крутая. Очень даже крутая. Мои дорогие, вот мне там писали в комментариях, покажи ассортимент магазина де-факто. Тоже масс-маркет. Ну, в общем, типа ты показала в Вайкики, покажи де-факто. И у нас здесь, конечно же, все рядышком с нашим отелем, поэтому для меня не составляет это труда. Тем более девчонки у меня сюда, как обычно, прибежали. У нас есть время немного до обеда. Поэтому сейчас, пока девочки ходят, смотрят, меряют что-то, немножко покажу, поснимаю. Коллекция новая. Кто-то говорит о том, что качество здесь лучше, чем в Вайкики. Для меня абсолютно однохуйственно. Абсолютно. Вообще не вижу разницы. Такие модели похожие. Джинсы. А, ну вот этот вот плащ. Иринка купила себе. Вот этот. Угу. Лифт. Ну, не знаю. Что-то все с ума сходят. От чего? Жду девчонок, они меряют одежду. Я так хожу по зальчику, смотрю. Ну, в общем, вот такого плана вещи. Говорят, что качество лучшее в Вайкики. Говорят, здесь качество лучше, чем в Вайкики. Причем местные говорят, чуть-чуть подороже. Ну, я не сравнивала цены. Это тоже масс-маркет, знаете, такое. Все в таких красивых пастельных цветах. Пастельных. Размеры разные. Не знаю. Точно такие же сумки для вещей, чтобы складывать покупки, ходить по залу. Вот такие вот. Мне нравится вот такого плана расцветка. Ну вот просто, я вот люблю такое, прям лето-лето. И платье я люблю. Я не люблю брюки. Я люблю платье. Так что женщина должна ходить в платье. Вот и все. Такой, да? Без рукавочка. На рынке стоять. Торговать. Музыка играет. Надеюсь, что фоном все в порядке. Иринка уже набрала лифчик. Трусов набрала. Ирина, ты тоже в примерочной? Где они?
Они в примерочной были. Где они? Куда они делись? Примерочная на втором этаже. Они, видимо, спустились на первый. А спустимся. Девочки, мои хорошие, привет, доброе утро. Проснулась в хорошем настроении, лежу такая в постельке, ищу в телефоне кое-что. Короче, ищу один файл, видео, и нашла видео, которое я снимала в Турции, в Алании. Мы с девчонками ходили по магазину де-факто. И так вспомнила, так навеяла, таким каким-то добром, каким-то позитивом. Слушайте, как здорово просыпаться с мыслями о другой стране, о предстоящей покупке квартиры. Ай, в этом месте. Вышла на балкон, а у нас тоже, как Турция, у нас тепло. Ну, у меня балкон застекленный, но у нас солнышко встает. Где-то время, сейчас скажу, сколько. Сейчас скажу. Сейчас, мои хорошие, сейчас. Сейчас. Это тоже Турция, Измир. Это я, Фатима. Фатю смотрю. Это. Ну, я уже много раз говорила, что я смотрю. Так. Что я хочу сказать? Время 10:18. Время 10:18. Доброе утро. И я так вспомнила Турцию. Тут же Фатю включила. Сейчас покажу, переверну камеру. Какая обстановочка? Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Папа с сыном. Сын на самокате. Впереди мужчина идет, но они не вместе. Отец разговаривает по видеосвязи с кем-то. Видно, что он идет и по видеосвязи разговаривает. Телефон вот так вот держит. Лужа. Лужа все еще не высохла. Но солнышко так сегодня светит. Так классно. А небо... Слушайте, ну ветер. Ого. Смотрите, какая обстановочка под балконом. Короче, это видео, которое я нашла из магазина де-факто. Я соединю с этим видео, чтобы вы тоже насладились. Оно потерянное видео. Нашла его так классно. Такие воспоминания классные. Сегодня, кстати, воскресенье. Сегодня воскресенье. А сколько сегодня погода? Вроде бы должно быть тепло. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, у меня я как в клипе. Мне как в клипе волосы развиваются. Когда снимают клип, знаете, вентиляторы такие включают. А я просто открыла окно, такая, щих-щих-щих, доброе утро. А я еще даже не умывалась. Волосы. Можно еще пониже сделать. Ну, нифига, в принципе, не жарко. Там обещали чуть ли не 20 градусов. Ну-ка, подожди. Ну-ка. 10-20. Сейчас мы поглядим, сколько градусов. Ожидаем теплую погоду. Я ожидаю погоду не меньше, чем в Турции. Ну-ка, подожди. Погода в Каменске, Уральском сегодня. Сегодня в Каменске, Уральском переменная облачность 16 градусов. Как 16 градусов? 9 ощущается как 6. Вот 6 и ощущается. А как так? Почему 16 градусов? Может быть, днем будет 16 градусов? В час, например? Может быть, сейчас распогодится, раз солнышко, вот солнышко встает. Сейчас, секундочку, еще раз покажу. Вот солнышко встает, может быть, распогодится, но сейчас ощущается как 6. Ну-ка, сейчас посмотрим, какая погода в Турции. Смотрите, какая грязь. Какая грязь, нужно все мыть. Ой, нужно мыть балкон. Погода в Алании, Турция. Алания, Анталия, Турция. Погода на 10 дней. 17.
18, 19, 19, 21, 22, 22. Ну, я что хочу сказать? Если вот так вот показывать, это, сегодня 16 градусов, а я стою и реально 9 градусов, и ощущается как 6. Подожди, не знаю. Голосовой поиск. А что, наверное, то же самое? Вот еще такое. Так. Погода в Алании, Турция. Сейчас в Алании 12 градусов. Ясно. Ощущается как 9. А у нас ощущается как 6. Почти то же самое. Ну, короче, видите, я как в Турции. Забытое видео. Чуть позже выйду в прямой эфир с вами, поболтаем, попьем кофе. А пока поставлю вот это вот видео на загрузку. Через пару часиков выйду в прямой эфир. Я вам говорю его, что я вышла поздороваться, и вот то видео соединю с этим видео. Все, все. Приветик вам из Турции, приветик вам из России, приветик вам с балкона. Все.